Привет, дорогие! Нахожусь сейчас в таком божественно красивом месте, чтобы вас порадовать и поздравить с наступающим Новым годом. Хотя сейчас настолько трудные времена, что уместнее, наверное, поздравлять с прошедшим годом, то, что мы его пережили, прожили, и дальше, наверное, все будет только ухудшаться, потому что мы живем в последние времена. Ну, по крайней мере, от следующего года я многого не жду, лишь бы выжить, вот реально, у меня такой настрой. Но боевой, я не сдаюсь. И вообще хочу пару слов сказать про то, что многие религиозные люди, они говорят, что вот Новый год – это мирской праздник, это советский праздник, там, вопреки Рождеству, а я праздную еврейский Новый год. Но, как бы то ни было, я считаю, что это не только не грех праздновать Новый год, но это очень даже божественный праздник, так скажем. Ну, в Библии пусть он не написан, но очень хорошо, если мы помним весь путь, которым вел нас Господь, как написано в Библии. Как у евреев, у них, можно сказать, красной линией через их веру проходит то, что как было у их отцов, вспоминать то, как было у их отцов. То есть они помнят весь путь, которым вел их отцов, их Господь. И, соответственно, если мы помним, как нас вел Господь, какой дорогой, что Он для нас сделал, когда мы подводим итоги, соответственно, у нас и сердце благодарное Ему. И не только благодарное сердце, мы можем делать какие-то выводы. Но разве плохо, да, что раз в году человек останавливается и подводит итоги? Как написано в Библии, да, что «остановитесь и познайте, что я Бог». Вот как важно один раз хотя бы в году остановиться и просто переосмыслить, что же в нашей жизни не так. И порой приходишь в ужас, да, и особенно если ты записывал цели, и ты видишь, что опять очередной год ты спустил в трубу, вот, или наоборот, может быть, посвятил не тому, сравнивая, ну, ожидаемое с действительным, приносит потом такой анализ свои плоды. Вот, поэтому очень хорошо, что мы празднуем Новый год. Опять же, другие религиозные люди говорят, что это не библейский Новый год, библейский там, как у евреев, там в сентябре. Но, извините, зарплату мы получаем по этому календарю. Какие-то планы мы строим, планируем свою жизнь мы по существующему календарю. Также второе, почему я считаю, что Новый год – это очень даже божественный праздник, потому что у Бога очень ценные сезоны. Бог сотворил зиму, лето, весну, вот, особенно вот те, кто живет в северных широтах, в холодных широтах, так скажем, тому более ощутимы эти сезоны. И вот я с точностью могу сказать, я просто знаю тот факт, что сатанисты, например, каждый раз оскверняют не только христианские праздники, но они оскверняют и начало сезонов, и начало года. Ну, а если сатане не нравится что-то, это значит, что мы, христиане, должны обратить на это внимание и наоборот, как бы, ну, не то чтобы чтить, а помнить об этом и благодарить Бога за все новые периоды в нашей жизни. Вот, поэтому давайте еще раз подведем итоги этого ужасно тяжелого, но Божьего года, потому что все, что сейчас происходит, я много раз говорила в своих видео, это все Божье время, Божьи суды. Вот давайте подведем еще раз итоги, сделаем выводы, и чтобы 2023 год нам уже пройти в более, так скажем, боевом настроении. Я от 2023 года не ожидаю многого. Я думаю, что он будет еще тяжелее, чем нынешний год. Вот, но пророческий обзор я сделаю уже в новом году, если будем живы, да, и позволит нам Бог. Но в любом случае для человека благо понять и услышать голос Божий как можно быстрее. Чем быстрее мы понимаем, что Бог нам говорит и о чем Он стучит в наше сердце, тем менее болезненно протекают наши испытания. Может быть, это прозвучит банально, но я хочу поблагодарить всех своих подписчиков,
Ну, за вашу обратную связь, ну, на самом деле вы были тоже для меня большим благословением и поддержкой. Не буду уточнять, в чем именно, но действительно это так. Это многого стоит, когда есть единомышленники во Христе. Потому что единомыслие, единство среди братьев и сестер – это, можно сказать, самое ненавистное для дьявола и то, над разрушением чего он больше всего трудится. Итак, поздравляю вас, то, что мы пережили этот год, и до встречи в новом году. Благословения вам!